Различные женщины ходят по свету. Буквально два слова на тему, на эту. Во-первых, есть женщины-рыбки и птички. Есть зайки и пупсики, пышки и спички, драконы и змеи и тысячи кисок. Вы можете сами дополнить весь список. Есть женщина смирна, есть женщина вольна, есть женщина Нива и женщина Вольва, есть женщина плазма, женщина лед, женщина лезвие, женщина йод, есть женщины девы и женщины овны, есть женщины где вы и женщины вот мы, вот женщина финка, вот женщина полька, вот женщина фиг вам, вот женщина сколько, есть женщина повесть, есть женщина строй. И просто конец всему. Женщина, точка. Ах, как это здорово! Хоть и не просто объять необъятную женщину космос, разжать крепко сжатую женщину фигу и выиграть женщину высшую лигу. Нет двух одинаковых женщин на свете. Мы кое-что поняли в этом предмете. Любимая, мама, супруга, подруга, лекарство, подушка, мечта, Джамалунгма. Вам скажут и прапорщики, и поэты. Зимою и летом все мысли про это. Заметим от имени всех мужиков. Вы все, что нам нужно, во веки веков.